Дома кто-то есть? Двери открыты. Тут, наверное, подвал или шов был кирпичом заложен, а там дырки какие-то. Тремпелечек, куртка. Надпись такая страшная. Так. С коридорчика следующий коридорчик. Ложечка чайная. Ой, капец, полов вообще нету. А раньше был дом, еще ничего такое. Вещи еще остались. Тут раньше, наверное, была печка на дровах. Ее раскурочили. Забрали вверх, потому что на нем железный. Вверх, кирпич. Тут начали уже доски срывать. Какие-то одежды валяются. Чья-то фотография. Женщина красивая. Сережки красивые. И все. Так, дальше. О. Тут еще комнатка была. Такой домик. Двери уже сели, конечно. Так, я не зайду даже. А, сейчас мы с той стороны зайдем. Такая комнатка. Это может даже спальня какая-то была. Может это наоборот кухонька была. Непонятно. Тут комнатка. Ой, тут такое, что может обвалиться. А тут такое, похоже, как бы еще одна печка была. Ну, как-то на это похоже. Не уверен, но очень похоже, что еще одна печка была. Вот здесь. Ну, не знаю. Просто как-то странно перестенки. О, хата, видите, она уже в аварийном состоянии. Смотрите. Этот угол полностью сел. Поэтому нет, тут ничего, ни печки, ни второй не было, ничего. Свол там уже. Дырка. Тетради. Книги. Это как альбом какой-то. Хотя не знаю, может быть, да, все-таки, ребята, это, наверное, еще одна печка была. Похоже, еще одна печка была. Ну, не знаю, короче, но мне кажется, еще одна печка была. Интересно так. Кто-то же раньше жил в этом, да.
Даша, Дажуля, Дасуник. Погода сегодня отличная, ребятки. Супер. Все, на выход, чтобы нас тут не завалило. А! Баба что-то говорит. Сейчас, баба Оля, я вернусь. Сейчас я вернусь. Марта. Да ты что, уже милиции нема, уже тільки полиция осталась. А что тут садите? Золото прячете? А что это такое? А это крупная слега, чтобы она не пуста была. А ну, брат, давай мастер-класс, как садить дерево. А что ты нюшку не снимал? А что это за деревина? Слива какая-то крупная. Слива, как та глива. Это удобрение, брат, да, ты сипишь? Водичку будешь поливать, да? Ты ж комментируй, чтобы люди знали, что надо ложить. Еще разочек. Там мне родичи цукини привезли, гарбузики. Я дам до дома маму. Да ты что? Майонезиком, чесночком, или рагу сделаешь. Это что? Через годик будем пробовать. А что, может, на следующий год уже родить? Может, и на следующий год. Есть такая, что и роды. Бог даст, да, нас он на той год, на следующий год. Нет, где? Весной садили, а осенью уже пробовали. Урожай. Персик, да? Угу. Персик. Ой, это ж ты, Олег, ешь, что-то вклю прихлоснути. Да, да, да. Вкусно. Очень вкусно, сладкий персик. Слива. А что там на уля, каже, який? Щоб якусь сливу викопай на неї. Вона маленька. Я там бачу. Я їй казав, що ти завтра прийдеш. Завтра ще туди. А можна... Ту я знаю, може оту черешню дійсно викопати. Може їй не буде толку, та там посадиш. Ну ось підійди до неї, воно видно, що. Ось йдемо маленька, де я покажу. То бур'ян впала, хто в хаті, то опадиме валом. Де? Хто вали? А воно чорний він, це щось з хати топе. Де? А то на городи. А, ну да. А то, що ти, так скрипає. Оце ж кози такі вони, оце тільки кору од'їли, деревина зразу пропадає. Ну, звісно, щастя буває, що не це. Оце ж теж вона, бачиш? Оце ж і дерево. Гризанула? Не, вони ж усе, оце ж теж об'їдали, бачиш? Ну, так і що, дерева тепер пропадуть, чи? Ну, чи заросте? Живеш, живеш, ось бо. Може заростуть? Уже ж дуже обгризла вершушку. Заростуть мої ноженьки, проживу як-небудь. Як вродився дірка стволу. Ось, ба, він а пустий стає. Оце черешню об'їла зорька. Так вона потріскана, ти бачиш стовбур цей потріскана. А то що об'їла черешню, да, кору об'їла вона і все, вона сохне, вона пропаде.